Привет, друзья! Инженерная мысль все время развивается, и постоянно совершенствуются строительные материалы и методы производства работ. Сегодня же буквально одна единица современной спецтехники может заменить целую бригаду рабочих и значительно сэкономить время и средства, которые нужно потратить на определенный объем работ. В этом видео мы покажем вам самые удивительные изобретения, которые заменяют десятки и сотни людей, от уборки полей и стрижки деревьев до укладки кирпича. Так что усаживайтесь поудобнее. И поехали! Упаковщик тюков Tupline. Если вы фермер, который ищет эффективный и экономичный способ ежегодно оборачивать большие объемы рулонов сена и соломы, то упаковщик тюков от компании Tupline может стать отличным решением, которое вы искали. Изготовленный из высококачественной промышленной стали и оснащенный бензиновым двигателем Honda мощностью 13 лошадиных сил. Оборудование является самым большим среди обмотчиков тюков новейшего поколения. Эта сверхмощная машина предназначена для работы с рулонами различных размеров и форм и может упаковывать круглые тюки диаметром до 1,8 метра. Это делает его универсальной машиной, которая существенно экономит время и деньги в сезон сбора сена и силоса. Особенностью обмотчика является его долговечность, ведь машина рассчитана производителем на интенсивную эксплуатацию и может обматывать сотни рулонов в день, не выходя из строя. Также эта машина очень удобна в плане транспортировки и хранения, ведь ее можно прицеплять к трактору и перемещать в различные удобные места на ферме. А компактная конструкция позволяет легко хранить устройство даже в стандартном гараже. Кроме того, доступен и пульт дистанционного управления, с помощью которого можно с легкостью управлять упаковочным процессом на расстоянии. OMC Hedgehog. Машина для стрижки деревьев от американской компании OMC Hedgehog создана для того, чтобы с легкостью справляться даже с самыми густыми садами. На первый взгляд она может показаться довольно маленькой, но не позволяйте ее размерам вас обмануть. Эта машина способна работать со скоростью 3 метра в секунду и приводится в движение двухтурбинным двигателем Cummins мощностью 200 лошадиных сил. С максимальной высотой среза в 10 метров и лезвиями длиной до 122 сантиметров, OMC Hedgehog может с легкостью срезать даже самую густую растительность. Также оборудование может безопасно преодолевать боковые уклоны до 8 градусов, что делает его идеальным для холмистой местности. Машина имеет кабину с кондиционером и подогревом, сиденье с пневмоприводом и эргономичные элементы управления, такие как рулевое колесо с регулируемым наклоном, джойстик и цветной жидкокристаллический дисплей, чтобы водитель мог контролировать ситуацию и быть в курсе происходящего. То есть рулетку можно оставлять дома, ведь оборудование позволяет точно регулировать ширину и углы из кабины с помощью бортовой компьютерной системы. Также оператор машины защищен прочной стальной конструкцией крыши и многослойным безопасным стеклом толщиной в 1,5 сантиметра. Этот монстр перемещается по саду благодаря своей гидростатической трансмиссии с гидравлической системой, чувствительной к нагрузке и полному приводу с контролем тяги. Tree Spade. Эта специальная техника предназначена для того, чтобы упростить ручной труд или выполнить работу, которая человеку не под силу. Так, задача пересадки деревьев, а она чаще всего возникает во время строительства, решается сегодня при помощи оборудования, которое монтируется на грузовик или иную спецтехнику, и по-английски называется Tree Spade, или лопата для деревьев. Такое название оборудование получило в честь своего рабочего инструмента, похожего на лопату, и состоящую из 3-4 лепестков различной формы. Принцип работы Tree Spade довольно прост. Первоначально спецтехника закрепляет выносные опоры, чтобы не потерять равновесие при подъеме тяжелого дерева. Затем управляемая гидравликой лопата аккуратно вгрызается в почву, захватывая конусом корни дерева с комом земли. После этого дерево поднимается и укладывается горизонтально на грузовой транспорт. Самый крупный производитель такой техники, датская компания Deutschmann Industries, производит несколько десятков видов гидравлических лопат, каждая из которых выполняет свою задачу. От пересадки огромных вековых дубов, до одновременного перемещения сразу нескольких молодых деревцов. А самая известная их техника, которая является оборудованием третьего поколения, может выкапывать деревья весом до 7 тонн.
вентиляторный опрыскиватель CropLiner XV. На сегодняшний день компания CropLens предлагает широкий ассортимент вентиляторных опрыскивателей на любой вкус, разработанных для удовлетворения потребностей фермеров. И, наверное, самым ярким примером является CropLiner XV, который от своих традиционных аналогов имеет не один, а от 8 до 10 вентиляторов с гидравлическим приводом. Это обеспечивает довольно большой объем воздуха, проникающего через плотные заросли, и более широкое покрытие, что поднимает эффективность распылителя с воздушной струей на совершенно новый уровень. То есть это идеальное решение для крупномасштабных садов и операций по выращиванию деревьев. CropLiner XV предлагает увеличенную емкость бака на 5000 литров из ударопрочного, устойчивого к ультрафиолетовому излучению полиэтилена с внешней системой смыва и отдельным 10-литровым баком для пресной воды. Комбинация насосов расположена на прочной раме шасси, которая оснащена задним ограждением от листьев и защитной пластиной. И все это в сочетании с высокоэффективным вентилятором Fieni 1060, который обеспечивает максимальную производительность по воздуху в 110 кубических метров в час для высокопроизводительного опрыскивания. Машина для каменной кладки Hendrian 105. Австралийская компания Fastrac Robotex представила свой прототип каменной кладки, получивший название Hendrian 105, и предположительно назван в честь римского императора, построившего храм Венеры и воздвигшего стену Адриана. Робот был разработан для полностью автоматизированной 3D-печати кирпичных конструкций. Создатели машины установили роботизированную руку-манипулятор на платформу для тяжелых грузов, которая может построить дом с точностью высококвалифицированного человека, включая все необходимые вырезы с размещением и материалами. Более того, его скорость кладки составляет 225 кирпичей в час, что в 4 раза превосходит по скорости обычного рабочего каменщика. В Hendrian 105 используется лазерная система наведения с точностью в 0,5 мм, а вместо обыкновенного цементного раствора машина использует клей, что объясняется отсутствием перелива. Специальная надстройка для программы также должна позволить архитекторам создавать машинный код для положения каждого кирпича из 3D-модели любого дома, что еще больше упростит процесс программирования. Broad 1190X Multi. В мае 2021 года компания New Holland представила новый комбайн Broad 1190X, который предназначен для сбора урожая большого количества плодов в садах с высокой плотностью посадки. Модель была переработана с нуля, с сохранением ключевых патентов, чтобы работать с несколькими культурами, бережно относясь к деревьям и собирая фрукты с максимальной эффективностью. Комбайн способен собирать урожай фруктовых садов со скоростью до 4 км в час, покрывая рабочую площадь за меньшее количество рабочих часов. Высокая производительность и эффективность достигается благодаря двум бакам по 5000 литров, по одному с каждой стороны. Также машина имеет большую ширину бункера для лучшей обработки насаждений. Размер колес составляет 86 см для задней шины и 71 для передней. Техника оснащена двигателем мощностью в 182 лошадиных силы и гидростатической коробкой передач. Новинка способна работать на склонах с уклоном до 25%, а ее телескопическая подвеска обеспечивает угол поворота в 90 градусов. Broad 1190X Multi оснащен комфортабельной кабиной с кондиционером, которая обеспечивает прекрасный обзор ряда. Управлять и настраивать машину легко с помощью многофункциональной ручки и удобного жидкокристаллического монитора. А пневматическое сиденье обеспечивает комфортную езду. Новое поколение комбайнов для уборки свеклы Terra DOS 5. С новым пятым поколением интегральных свеклоуборочных комбайнов серии Terra DOS 5 компания Holmer ознакомила аграриев осенью 2022 года.
Машины были существенно модернизированы для увеличения комфорта и снижения затрат на техническое обслуживание и получили улучшенный шестицилиндровый двигатель МТУ в 652 лошадиные силы, а также новое освещение большой полосой светодиодов перед кабиной, которые особенно эффективны в ночное время суток. Кабина стала длиннее на 18 см, а органы управления расположены более эргономично. Дисплей разработан на известных решениях автомобильной промышленности и индустрии смартфонов, чтобы сделать управление более интуитивно понятным. Для условий повышенной влажности опорные колеса увеличены в диаметре до 850 мм и гарантируют лучшее сохранение рабочей глубины. Пол с подогревом для холодных рабочих дней, встроенный пылесос и обновленная платформа кабины с новой ступенькой для большего пространства должны создать приятную рабочую среду. Площадь зоны очистки была увеличена на 7,5%. Интервал технического обслуживания двигателя также увеличен с 500 до 750 часов, а частота замены фильтров базируется на показаниях датчиков их состояния. На рынок Европы комбайны Terra DOS начнут поступать в начале 2024 года. Кормосмеситель Biga Top Liner. Эта машина представляет собой глубокую узкую ванну для эффективного смешивания, обработки и транспортировки сыпучих материалов. Являясь незаменимым помощником в сельскохозяйственной отрасли, чаще всего в ней перемешивают различные корма для животных и навоз. Имея довольно вместительный кузов около 20 кубических метров, смеситель способен перевозить большое количество материала без потерь. А так как конструкция кузова имеет оптимизированную геометрию, включающую в себя наклонное дно и закругленные края, в сочетании с обтекаемыми ножами обеспечивает идеальное смешивание корма с минимальными усилиями к сопротивлению. Это приводит к меньшим потребностям в мощности, а следовательно, меньшему потреблению топлива. Шнеки смесителя оснащены зубчатыми режущими ножами, которые изготовлены из борной стали и имеют функцию перемешивания материала с переменной скоростью, причем в двух разных направлениях одновременно. То есть оператор практически полностью может контролировать процесс работы и в рекордно короткие сроки создавать однородные смеси, идеально подходящие для корма животным или удобрения полей. Также Biga Top Liner оснащен двумя разгрузочными дверями с гидравлическим приводом, что позволяет выполнять более равномерную раздачу корма, особенно при раздаче малых порций. Голландский плитоукладчик Tiger Stone. Это оборудование устроено довольно просто, но решает проблему укладки мостовых весьма эффективно. Машина представляет собой платформу на гусеничном ходу, ключевой частью которой является широкое наклонное полотно, подходящее к самой поверхности дороги. По нему поток уложенных камней плавно спускается вниз как ковер, по мере того, как машина медленно ползет вперед. Рабочие, которые стоят на платформе, вручную собирают покрытие, а запас кирпичей хранится в бункере наверху машины. Никакой особой сноровки не нужно, увесистые камни сами ложатся в ячейки, образованные предыдущими булыжниками. При этом людям не требуется ползать на коленях и подгонять каждый камень к соседнему, ведь край будущей дороги, приподнятый машиной, находится прямо перед руками. Благодаря своему весу, кирпичи плитки укладываются ровно, без зазоров и дефектов, а главное, очень быстро. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!